Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла сегодня в Москве. В ней приняли участие 1640 представителей средств массовой информации из России и из-за рубежа. На пресс-конференции работала и наш корреспондент Анастасия Рябова. Большинство вопросов касались социальной, финансовой, экономической и внутриполитической сферы России. Глава государства заявил о росте показателей экономики в стране, но при этом отметил, что сегодня перед руководством государства стоит немало нерешенных задач. Они касаются инфраструктуры, системы ЖКХ, образования, здравоохранения и повышения доходов населения.